угол величиной 100 градусов. То есть он чуть-чуть больше, чем 90. 100 градусов. Проведен луч ОС. А вот теперь внимание. Таким образом, что угол АОС на 10 градусов больше угла БОС. Задача. Чему равны величины углов АОС и БОС? Угол величиной 100 градусов. Взяли угол величиной 100 градусов и разделили его некоторым... Только обратите внимание, не сказано, вот я сейчас стал говорить, разделили его и сразу ошибся. Нет, провели луч. О, а все поняли, зачем здесь стоит этот стул? Гениальная идея. Смотрите, здесь какой-то добрый человек. Вот, для того, чтобы случайно от нее не резнуться, другой добрый человек поставил стул. Хорошо? Ага. 55 и 45. С одной стороны вы правы, с другой нет. Потому что есть еще ответ. 125 и 135. А кстати, почему? Почему вы так думаете? Кто может объяснить на картинке, если честно, ответ правильный. Кто может объяснить на картинке, как в одном случае будет проходить луч, и как он будет проходить в другом случае? Прошу вас. Да. Так, ну давайте разбираться. Смотрим, сколько где градусов. Вот это вот точка С, один, а здесь где-то там точка С, два, да? Так, А вот С, вот этот вот угол 55 градусов, а этот угол Б вот С, это 45 градусов. Ну хорошо. Так, и теперь второй вариант. А вот С, это 135. А BOC это 125. Ну что я могу сказать? На самом деле картинка нарисована не вполне правильно. Объясняю почему. На картинке у вас нарисовано так, словно бы это была одна прямая. А на самом деле, смотрите, здесь сумма 190. То есть вот если вот эту прямую пробить, то здесь будет какой-то там угол в 10 градусов. Понятно? Откуда эти ответы получаются? Я так же сказала, физический способ, то есть 100 минус 10. Да, 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 это известная вещь. Спасибо, все правильно. Если вы хотите число 100 разделить на два слагаемых, вот в данном случае у вас 100 градусов, вот здесь вот, да, состоит из двух частей, одна из которых на 10 больше, чем другая. Есть действительно известное простое правило. Возьми эту десятку, отними, получится сколько? 90. Ну и 90 раздели пополам, получится 45. Потом 10. А здесь то же самое, только этих самых градусов не 100, а сколько? 360 это всего? 260. 260. Значит, надо отнять 10, получится 250, разделить на 2, получится сколько там? 125, это уже есть один из ответов. И не забудь прибавить десятку назад, получится 135, это второй. Отлично.